Сегодня мы находимся в историко-героическом центре нашего города и всей нашей страны, в парке 28 гвардейцев-панфиловцев, где в гранит и бронзу увековечены героические подвиги наших отцов, тех людей, кто спас все человечество от чумы 20-го столетия, это фашизма. 1 378 000 казахстанцев принимали участие в боях, защищая нашу общую страну, Советский Союз. 600 тысяч казахстанцев погибло за годы Великой Отечественной войны. 528 человек были удостоены высокого звания Героя Советского Союза. Здесь находятся капсулы с землей городов-героев, за которые сражались наши земляки. Тогда мы все были вместе, и мы хотим, чтобы и сейчас мы все были вместе единой дружной семьей. Дорогие соотечественники, я говорю дорогие соотечественники, потому что для меня являются соотечественниками все, кто жил в республиках бывшего Советского Союза. Я по-прежнему считаю, что мы единый народ. Мы поем разные песни, но в последнее время мы обращаемся к теме Великой Отечественной войны по разным причинам. И причины эти очень веские. Вот за нашими спинами стоит памятник 28 героям-панфиловцев, которые отстояли Москву. И на фронтоне памятника есть надпись. Это слова политрука Василия Клочкова. Он сказал: «Велика Россия, отступать некуда, позади Москва». И вот сегодня, к сожалению, нам тоже некуда отступать. Потому что наша память – это последний рубеж, который мы не должны отдать. И я хочу, чтобы никогда эту память не выбили у нас из-под ног. Чтобы мы были всегда едины. И мы очень рады, что сегодня зажигается единая линия памяти от Москвы до Алматы и по всему земному шару. Будем же вместе, будем же едины и будем помнить настоящую историю нашей Родины. Мы всегда будем вместе!